Вот такой интересный автомобиль побывал у нас сегодня в работе. Точно так же, как и все остальные, этот автомобиль нуждается в дооснащении. Посмотрите, какие интересные формы, грани, обводы. И вкратце расскажем, что же мы с ним сделали. В этом автомобиле Mercedes вместо штатного монитора предыдущего модельного ряда поставили современный текущего модельного ряда монитор, и в нем есть масса современных возможностей. Справа сейчас YouTube, слева Яндекс Навигатор. Звук от YouTube идет в штатную акустическую систему стерео, регулируется по штатному. В любой момент любое приложение можно развернуть на весь экран. Пускай это будет Яндекс Навигатор, у которого есть полноценное мультитач-сенсорное и голосовое управление. Если нужны еще какие-то приложения, то просто заходите в Play Market, самостоятельно скачиваете, загружаете на рабочий стол и пользуетесь так, как будто оно всегда здесь и было. YouTube вы уже видели, еще часто используют онлайн-телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам в достаточно высоком качестве. И на весь экран. Все штатные функции сохранились. Никакие элементы штатной системы не утеряны. И при включении задней передачи всегда камера заднего вида будет доступна. Так что обращайтесь, вам наверняка такое понравится.